Привет всем подписчикам моего канала. Друзья, сегодня будет необычное видео, которое может вас шокировать. Если вы сидите, продолжайте сидеть. Если вы стоите, найдите себе опору. Итак, вы готовы? Сегодня мы будем играть в Майнкрафт. И играть я буду сегодня не один. Сегодня я позвал Влада А4. Всем привет, меня зовут Влад А4, и добро пожаловать в это интересное видео. Если вдруг кто-то не знал, давайте немножечко познакомимся. Я блогер, у меня 10 миллионов подписчиков, не забывайте подписываться, все такое, ладно. Друзья, я долго вынашивал эту идею попробовать себя в гейминге. И это будет отличный старт. Друзья, и обязательно не забывайте подписываться на мой Twitch-канал. Да, я сделал Twitch-канал, уже провел первый стрим, который вы видели и круто проявили активность. Поэтому все-все-все залезайте. Нужна поддержка любому начинанию. Бро, ну у меня есть одна проблема, которая не дает мне нормально спать по ночам, и я не понимаю, как мне дальше жить. Что случилось? Пойдем, сейчас скажу. Ну, там процент соотношения просто какой-то сумасшедший. Я... Сколько? Я... Сколько он? 77%. 77? Можно, пожалуйста, дай мне минутку? Ты думаешь, это поможет? Это поможет, я постараюсь. Уважаемые подписчики канала Егор Крид, мы видим статистику, которая говорит нам, что 77% зрителей этого канала смотрят видео без подписки. Вот вам подтверждение, это скрин. Вот представьте, есть 10 человек, которые смотрят Егора, и только двое из них подписаны. Те ребята, кто не подписан, давайте исправим эту ситуацию. Спуститесь вниз, возможно, вы даже не знаете, что вы не подписаны. Проверьте, каким цветом горит кнопочка подписаться. Если она красная, тут же нажмите на нее, чтобы она стала серой. Станьте подписчиком этого канала. Егору будет очень приятно. Я надеюсь, это должно сработать. Ну что, Егор, я думаю, нам пора идти знакомиться с Майнкрафтом. О, да. О, да. Ну что, Егор, добро пожаловать в мир Майнкрафта. Смотри, как тут можно делать. Опа. Получил по шапке, пока не видел. Я здесь увидел, знаешь, что интересно? Пошли, покажу. Я тебя ударю розой. Пошли. Пошли. О, смотри. Тихо, да не меня. Смотри, кто здесь есть. Смотри, здесь есть житель Майнкрафта. Паук. Предлагаю его взять лопатой и как бы его замочить. Да ты че? Да ладно, пауков нельзя мочить, тебя не учились здесь. Он плохой. Он типа черный. Черных пауков надо убивать. А, ну ладно, хорошо. Это черный паук, плохая новость. О, здесь акула есть. А если я к ней спущусь, она меня убьет. Давай узнаем. Ну, типа, интересно, действительно. Ну, пойдем. Я боюсь акул, как в жизни. Ну, какая-то странная, как медуза. Но я пойду вниз попробую с акулой поборюсь. Так. А, это не акула, это какая-то медуза. Блин, я Вадим. Ай, блин, она меня мочит! Я ее убил. И взял ее. Сердце. Это ты построй себе как люстру. Поставь. Так, чуваки, я сразу всех предупреждаю, то, что я за животных, и не надо меня осуждать за это. Это Майнкрафт. Это игра, это все, все персонажи вымышлены. Так же, как Влад А4. Да, даже Егор Крид. Блин, ну ты опередил меня по шуткам, ну. Ну да. Кстати, смотри, еще один момент, я только что заметил. Видишь, внизу есть голод, то есть наши персонажи голодают. Я тут знаю, что в Майнкрафте есть кровати. Так, а я могу, это что, овца или коза? Я могу ее съесть? Ну ты же за животных, так что в Майнкрафте я не знаю, как относится к веганам. Что есть? Я был, кстати, веганом, я тебе хочу сказать. Где-то 6-7 месяцев я был веганом. Это там сорвался. Ты слышишь музыку? Подожди, я бегу под эту музыку на свет. Под эту музыку на свет. И свет угасает. И свет угасает. Я опять тебя потерял. Я умираю на дне. Под эту музыку. Вы просто посмотрите, что происходит с человеком. Кто это? Кто это? Кто это меня мочит? Кто это? Почему? Почему он горит? Что? Что? Почему он меня убивает? Егор, беги. Ты у тебя стрелы. Где ты был? Егор, где ты был? Ты отошел буквально на 5 минут. Блин. Чувак, вот здесь кто-то есть, надо его завалить. Вот здесь он. Пошли. Он меня стреляет. О, скелет. Он умер, и я с него взял 4, 2 косточки. Так, что с ними можно делать? А, смотри, я могу костью дальше кого-то ломать. Ну, короче, Майнкрафт очень интересная игра. А также хотел сказать, что Егор вообще решил по полной ворваться в гейминг недавно. А точнее, вчера, по нашему времени, по-вашему, он создал этот канал немножечко позже. Но это Twitch-канал, на котором ты... Как часто будешь выпускать игры? Постараюсь максимально часто. Так что, друзья, обязательно, прямо сейчас, вот по этой ссылке, перейдите, она будет еще в описании. И подпишитесь на мой Twitch. Врывайте на Twitch, это интересно. Вы представляете, Егор Крид на Твиче играет в какие-то игры. Если это видео наберет 1 миллион лайков на YouTube, то мы вместе с Владом сделаем совместный стрим. Поиграем в какую-нибудь клевую игру. Какой-нибудь Fortnite, PUBG, представляешь? Играл в PUBG когда-нибудь? Нет, бро, не играл. Ой, тебе понравится, тебе понравится. Ладно, смотри, Егор, хватит. Тут уже все понятно. Мы можем рубить траву, строить блоки, умирать от зомби и все такое. Давайте уже
перейдем в какой-нибудь серьезный мод. Поиграем в какие-нибудь сражения. Правая клавиша и нажимаем второй. Тинтеран. Погнали. Так, воу. Что здесь происходит? Старт, сун. Короче, здесь 7, тема такая. 6, здесь 5, 4, 3, 2, 1. Тема такая. Тут нужно прыгать. Смотри, за тобой пропадают блоки. И тут, короче, кто упал, тот проиграл. Ты упал, ты упал, ты упал, ты упал, ты упал. Надо на что-то поиграть. Давай, я не знаю, да, поиграем на то, кто суммарно проигрывает, у кого больше проигрышей сегодня будет. Так. Тот, допустим, оплачивает счет в ресторане. Окей. Счет, сейчас 2-2. Так, я пошел тебе, смотри, я сейчас обрублю тебе путь. А, я выжил. Подожди, а можно же Ctrl не нажимать? А, нет, он все время... Я как-то выжил. А! Я упал вниз, слушай. Ты упал вниз? Давай, чтобы мне скучно не было, проваливайся ко мне. Я провалился. Да, и еще на один уровень вниз. Окей. Все, ты тут, видишь меня? Да, нет, я тебя не вижу. А я вижу, как ты сверху рубишь. Ну давай ко мне, давай, 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 давай. Давай к тебе сейчас. Только ты сейчас, я уже много набег... Я прыгнул к тебе, я тебя послушал и проиграл. Короче, вот такой мод есть в Майнкрафте, ребята. И очень странным образом, но, по-моему, я в нем победил. Прыгай ко мне, прыгай ко мне. Я реально думал, что так будет веселее, но... Ну ладно, я просто хотел тебя поддержать, типа тебе одному скучно было. Ну, я думаю, мы можем переходить к следующему режиму. И я буду брать реванш. Следующий мод. Sky Wars. Так, поехали. Ладно, время терять не буду. Я пошел строиться. Все, строечка пошла. Я упал сразу. Тут на самом деле, если быть вообще про и знать тактику, я бы, знаешь, что сделал? Просто взял блоки и сразу двигался к центру. И там уже все набирал. Что бы ты делал? Сразу ничего не брал бы изначального сундука, сразу же бежал строиться, чтобы побыстрее прибежать к центру. Да, ты так сделал сейчас, да? Нет, я только сейчас это придумал, когда уже все собрал. Че, у тебя быстро получается блоки строить? Ну такое. Ну, чуть быстрее, чем в прошлый раз, но все равно это я очень тоже. Медленный процесс. Я завис. Чувствую себя ювелиром на самом деле. Да вообще. Ты скажи, что ты не упал. Я не упал. Я уже вижу очертания острова. Я взял себе инвентарь. Ты в центре? Да, я уже здесь. У меня проблемы. А, я выкинул эти. Ну бери инвентарь, ладно, не будем пока мочиться. Ну хорошо, давай тогда наберемся что-нибудь нормально. Ладно, мы решили, короче, сыграть по чесноку. Сейчас наберем нормального инвентаря. Что делаем? Сейчас, смотри, давай берем деревянный лук, стрелы и чисто с алмазной броней и с деревянными луками стреляемся. Покажи. О! Погоди, я себе полжизни отнял почему-то. Это баночки, это яд, наверное, или что-то такое, может, какой-то обман. Ими, наверное, можно и кидаться. Короче, давай бери лук. Блин, ну у меня уже здесь жизни нет, ну ладно, я взял. Я его, типа, попил и отняла полжизни. Ну все, теперь мы на равных. Бери снежки или не снежки. Давай лук. Все, погнали, мы теперь на равных, выпили оба яд. Мы с алмазной броней, с луком. Война началась. А где ты? Чудо, я как бы, где? В засаде, в засаде сижу. А! О, тут по одному сердечку отнимает, поэтому это может затянуться. Ты этот. Это нечестно, ты вчера в контру разминался. Я тут этот открываю. Ты вчера в контру разминался, это как бы такое. Чего ты не стреляешься? Я лук, походу, выкинул. Стой, давай используем небольшой чит и восстановим хп, чтобы войнушка была длинной. Ну, сейчас у нас есть мистер Майнкрафт. Мистер Майнкрафт, сделайте нам, пожалуйста, полные жизни. Все, мистер Майнкрафт сделал нам полное хп, ты можешь заметить, у тебя полное жизни. Ну что, война началась. А, ты в невидимом блоке. Да, я спрятался, я чит-код использую. Ты ж... У меня еще хп восстанавливается, представляешь? Чуть. Серьезно? Ну да, вот у меня... Подожди, его слышишь? Да, нет. Блин, я открываю этот ящик все время. Опа, отхватывай. Знаешь, как бы надо прятаться, Игорь. Господи, я просто сейчас на секундочку, знаешь, подумал. Ну типа, что сейчас вообще происходит? Это точно. Я такой думаю, подожди, стоп. Мы сидим. Играем в Майнкрафт, я бегаю за тобой с луком, я пытаюсь тебя убить. Как бы, а я побежал от тебя. О, это грамотно, молодец, это по контентику полезно. Ну, как бы я тебя щадить не буду. Я выкинул меч. Ну, сейчас, смотри, отхватывай. О, тихо. Мы на меч вообще-то не договаривались. Эй, Егор, тормози. Пять жизней. Вот, где-то вот здесь в краях. Так, стрелы, что ли, закон? Нет, стрелы еще есть. Ты весь в стрелах просто. Ты тоже. Сколько жизней? Мало. Давай. Бум! Егор Крид, да, убил вас. Хочется чего-то новенького, поэтому давайте, ребятушки, запускаем новый режим. Короче, у тебя в руке будет появляться блок определенного цвета, и тебе нужно успевать запрыгнуть на этот блок, чтобы не упасть. Три секунды. Блин, просто обалдеть. Так, куб еще не появился. Time to dance, что-то тут происходит. Пока что еще не запустилось. Yellow, прыгай на желтенькую. Куб возьми себе в руку.
на пятерочку. Стоп, кто-то там улетел, ты живой? Да. Балдеж, балдеж. Это двойной балдеж. Рейтинг, так, тут много красного, черного. Зеленый. Так, зеленый. Где? Я очень далеко от зеленого. Почему? Ты упал? Да, прикинь. Блин. Вау, тут надо вообще очень быстро сориентироваться. Давай, ты доиграй, не умирай. Вот интересно, как у тебя получится. Окей, хорошо. Играй. Итак, я постараюсь их всех выиграть, Влад, за нас. Да, я здесь. Нас все меньше и меньше. Давай, я наблюдаю за твоей Давай. Игрой. Я болею за Блин, тебя. Блин, как здесь сложно сейчас будет. Йоу, а, что это за цвет? A light gray. Что-то светло-серый. Смотри, я успел, ребят... фу. Что ребята делают? Круто. Я успел. Что дальше? Смотри, большие кубы, здесь вообще нельзя. Какой? Вот. Блин. White, белый. Фух, я успел. Красава. Вон он, фрегет. А, упал один. Так, все, я поборюсь. Давай, за меня, Влад. Свет, смотри цвета. Какой? Смотри, не про... Грин, зеленого много. Только какой? Остановись. Не, практически все упали. Там было много зеленого. Там Блин. Был не тот оттенок. Ну, там был не тот оттенок. Я встал на зеленый, но был не тот оттенок. Блин. Мне это нравится, давай. Ты понял? Он был, короче, зеленый, но не такой зеленый, как все. Короче, в крайнем случае можно, знаешь, как делать? Просто смотреть, куда бегут проигроки всякие. Я не смог выиграть, прости. Я сражался. Игра тут явно не для дальтоников. Да. Может быть, у меня есть такой грешок, поэтому я не тот зеленый. Хотя, кстати, я вот тоже думал, вот с дальтониками, вот представь, ты все видят зеленый куб и бегут на зеленый, а ты видишь красный, но ты же все равно бежишь на красный. Поэтому тут с дальтоником тоже можно играть. Нормальная тема. Представь, дальтоники, вот они так живут, но просто привыкли обычные цвета называть по-другому. Давай еще раз, давай попробуем дойти до конца. Егор! Короче, Егор, мы наберем много миллионов просмотров, если выиграем в этом режиме. Давай, мы должны выбрать. Мы должны выиграть. Пятерочку нажимаю сразу, чтобы блок в руке был. Его тут много, да? Это вот этот. Нет? Или да? Я не понимаю. Мне кажется, он намного светлее был. Нет, я тут. Ну, типа, я просто посмотрел, что все бегут. Красный, все, я на месте. Я не понимаю. Нормально, никто не падает, ты видишь? Серьезно, ребят, мы профессионалы просто играем. Блэк, черный, есть. Я на месте. Пожалуйста, ждешь. Супер. Мой цвет настроения черный. Но мне не кажется, что он черный, он для меня темно-коричневый. Может быть, у нас мониторы по-разному настроены? Фиг знает. Может быть, я все стал. А, написано Black, кстати. Черный. Слышишь? Да. Написано черный, но у меня он не такой черный, значит, у меня монитор настроен не так. Ты старайся по кубику ориентироваться тоже, ну, может, подсказочка. Где он? Он далеко очень. Я упал. Прикинь, я успел. Я успел, я просто бежал и прыгнул на него. Ну давай, болей за меня опять. Может быть, я один попытаюсь выиграть. Блин, не хочу проиграть, ну ладно. Я проиграл. Все проиграли, смотри, всего было 4 кубика этого цвета. Да ладно. Представляешь? 4 кубика на всю карту. И один остался. Да. Это вау. Так а что он один играет, ему не скучно? Единоличник. Смотри, даже в чат написали, типа, вау. Ну, типа, такое, блин, наверное, какой у него никнейм? Их двое, бро. И они все оба упали. Все они вдвоем упали. Ха-ха-ха, никто не выиграл. Токсик. И они вдвоем, видишь, типа. Вот запомните, пожалуйста, эти никнеймы, как бы единоличные, которые задротят в Майнкрафт. Но мы сейчас их... Ты вообще представляешь? 4 кубика всего на всю карту. Их надо было бро, увидеть. Бро, я вообще не понимаю. И также обращаюсь ко всем моим подписчикам. Вы поддержку закидывайте. Переходите на канал А4 и давайте добьем там 15 миллионов. Так, полетели, 4 секунды. Пятерку не забудь нажать. Давай. Прикольные модельки, все играют, прикинь, за какие... Вот видишь, люди не знают, что ты играешь. Такие думают, о, кто-то Егора Крида взял. Блин, что это за цвет? Белый, ты на месте, все, не двигайся. Ни один не упал, да? Вроде оно, вроде стою. Я тоже, light blue. Кстати, вот на начальных этапах очень большую подсказочку дают чувачки, когда они просто гурьбой летят. Согласен. Это центр, да, центральный? Надеюсь. Пожалуйста. Ты еще жив? Да, я тут. У меня грустная музыка началась в Майнкрафте, это плохой знак. У меня музыка играет. О, смотри, я взял какую-то ускорялку. Что-то сейчас должно произойти, лайм. И никто не упал опять. У меня такая грустная музыка играет, блин. Короче, я что-то намутил и... Все, давай последний раз. Блин, я прям чуть-чуть сорвался. Давай последний раз. Я какую-то ошибочку совершил. Я думал, взял ускорялку, но взял не ускорялку, а взял какую-то свою смерть, грубо говоря. Блин, мне так обидно сейчас. Мы, блин, прям... Увлек Майнкрафт, прикинь. Я думал, что это будет, знаешь, такое. Ну, типа, мы будем... Типа, нам не зайдет? Да, а тут прям, ну, типа... Нам зашел Майнкрафт. То есть, чтобы вы понимали... Вот реально, если бы не камера, если бы мы просто сидели сейчас в компах, я думаю, мы бы рубились в эту штуку. Я думаю, да, что мы бы заказали победы. Бы кальянчики себе, покушать, водички, чай и сидели бы и рубились бы реально в эти блоки, пока вы не выиграли. Ну, у нас вся ночь впереди, не на камеру. Ну давай, финальный раунд. Короче, фокусируйся больше конкретно на кубах, а не на людях. Да, они даже понял. Немножко отвлекают. Нет, это не ладно. Прикол. Я живой. Ты живой? Да, я живу. Я отсыпался. Блядь! Давай еще раз.
Чуваки, а Майнкрафтом затягивает. Все, вот сейчас последний. Ну нужно держать слово, по-моему. Надо вот все. Вот это последний точно. Я успел. Я успел. Ты отлетел? Да, брат, держись. Черный. Фу, я успел. Воу, профессионал. Опа, мы остались вдвоем. Один на один. Хорош. Но мы вдвоем, ну, слушай, победители, Егор Крид и Ника Пейси. Турбокарт, ты тут со мной? Да, что делать? Я не знаю, сейчас поймем. Это почему-то я как-то двигаюсь странно. Я тоже, я почему-то... А, ну попробуй, тыкай кнопки разные, тут можно научиться. Смотри, у меня на S движение вперед. А, все, йоу, да, просто это реально нужно привыкнуть к управлению. 5, 4, 3, йоу-йоу-йоу, камон, гайсы. Полетела я гоночка. А... Воу-воу-воу-воу. Вот это меня шатает. Непросто, непросто. Я уже завис. Я нормально вроде лечу. ТНТ, тут все бомбами бросают. Господи, что происходит? Что происходит? Что происходит? Я тоже не понимаю. Какие-то цветы, у меня какие-то цветы появились. Какие-то мечи. А я завис просто. Какие-то мухоморы. Я что-то кидаю. Господи, что происходит? Майнкрафт, что ты делаешь? Я просто пьяный. Я как пьяный еду. Я вообще не понимаю. А, Егор говорит, пить. Я тебя брови вижу. Буду тебя обгонять. А, он нас поджигает своими этими штуками. Так, я седьмой. Воу, неплохо. Как сложно. Меня просто мотает из стороны в сторону. Я сбился с гонки, я не понимаю, где я. Короче, я, наверное, предлагаю притормозить этот раунд. Да. Что-то это вот не так увлекательное, как с кубиками. Так, а что делаем? Это, помнишь, где мы бегали по блокам, и чтобы нельзя было упасть? Да. Это то же самое, только с людьми. Тут будет жестче, да. А я почему-то не могу быстро бегать. А, тут есть мега-прыжок. Ты видишь? Ты прыгаешь, получается? Я не могу вообще быстро бежать. Йоу, я провалился, да. Да, тут нельзя быстро бежать. Можно только двойной прыжок сделать. Один разик, походу. Блин, я прям низко. Я прикинь, я настолько отстой, что я прям... Первый открыл уровень внизу. Так, двойной прыжок! Нет! Ой, ты опять со мной, здрасте. Я тут у тебя сзади, лучше не поворачивайся. Блин, муха, ну что такое? Я опять первый открыватель. Туда надо не спеша, просто с блока на блок так перепрыгивать. Все, я на последнем левеле, короче. Там уже дальше, короче, бездна. Я еще держусь. Кстати, есть какой-то смысл, знаешь, в последнем уровне. Ты быстрее всех проваливаешься, а потом сам себе там подготавливаешь почву и... О, я могу летать зато. Так, все, я погиб, и знаешь, я на третьем месте, по всей видимости. А я летаю, смотрю за ней. Как они так... Ребята, пожалуйста, может быть, ребята, кто играет в Майнкрафт, кто смотрит сейчас наше видео... Да, ваших подсказочек, друзья. Пишите в комменты, подскажите, что мы можем здесь делать, и... Заспамите типа... просто нахрен комментарии, скажите крутые режимы, которые вам бы было еще интересно посмотреть. Короче, мы решили с Егором, что нет ничего прекраснее вот этой игры, еще хотим поиграть в нее парочку раз, и все-таки попробовать взять топ-1. Так, полетели. Кстати, Егор, ты еще не разу не снимал ASMR-контент. Раз уж полез во всякие разные форматики, надо и ASMR снять. Ну давай, возможно. Я спасибо. Пока что здесь еще. Такой богатый контент получается на всякие штуки. Вот это, да? Вот это, yes. Я уже вижу цель, иду к цели, yes! Профессионал играет? И мы профессионал. Мы тоже профессионалы, не так приятно. Я не понимаю. Как далеко? Зеленый. Бляха, муха. Ты отвалился? Да, прикинь. Оранж, давай. Бро, давай. 1.5 секунды за раунд дается тебе. 19-й раунд. Ёшкин малыш. Блэк, пожалуйста. У нас двое осталось. Егор, двое! Я просто желаю тебе от всего... Это... Подожди, это топ-1, но только вы как бы вдвоем. Но это тоже считается. Ты занял первое место, чуть-чуть, бро. Чуть-чуть я просто добежали. Встану и пойду дам тебе краба. Вот тебе краб, положи себе его в карман. Спасибо. Друзья, напоминаю то, что у меня есть Twitch-канал, все подписывайтесь быстрее. Это, короче, типичная история. Ну, короче, я сейчас попробую выиграть. Давай так, просто я попробую выиграть, но мы сыграем потом еще ты раз. Ты так сказал, как будто мы в первый раз пробуем выиграть. А, ну я выигрывал же уже дважды, чувак. Такой дважды. Финально решил, вот теперь... Так. Это типичная история о том, как люди играют до 3 часов ночи. Так, соберись, Егор. Все, только точно последний, да? Да, бро. Конечно. Ты просто понимаешь, насколько мы задроты, что мы такие, типа, все, уже вроде материал есть, не давай еще играть. Не, мне безумно это вот эта тема. А, где зеленый? Все, я походу пока. Нет, Ешка. Я успел. Да. Тут 5 секунд дается. А, белый, я, белый, походу, белый, отлетаю. Белый, белый. Да, я отлетел. Отлетел, бро. Ну, вы понимаете, это было больно. Последний. Сколько у нас было последних? Так, аккуратно. Прям, ну, типа, его нет. Его, типа, реально. Ну, это, сам понимаешь. Все, выходим. Ты что, издеваешься? Я понял. Не, вот сейчас, ну, вот реально. На самом деле, да, Майнкрафт полная херня, нам вообще не интересно, и она вообще не затягивает. Бред вообще полный, я вообще не понимаю, как люди не играют. Мы должны это сделать, Егор. А, еще 6 секунд, я могу еще постоять. Да?
Я видел, как ты сейчас опасно это сделал. Оно? Это не он. Он. Это не он. Это не он. Я же сказал, что это не он. Профессионал. Фу. Ну что, друзья, ставьте обязательно очень много лайков под этим видео. Пишите свои комментарии, подписывайтесь на канал. Я надеюсь, то, что вам безумно понравилось это видео. Я надеюсь, что это было интересно, захватывающе. И то, что вы не отлипали от экрана. Спасибо Владу А4 за то, что разделил со мной эти часы. Надеемся на вашу поддержку. Не забывайте, пожалуйста, подписываться на мой канал. Если вы этот фрагментик смотрите на канале Егора, то я прям очень прошу. Проверьте, какого цвета горит кнопочка подписаться. Сделать ее серой. Это важно. В общем, друзья, переходите все на канал Влада. Там тоже есть видео не менее крутое. А ну-ка, паузу. Можно я? Ребят, еще раз напомню. Пожалуйста, я вам серьезно говорю, что это проблема. 77% без подписки – это проблема. Вы можете ее исправить. Только вы. Спуститесь вниз. Просто сверните это видео. Спуститесь вниз. Там есть красная кнопочка подписаться. У 7 человек из 10 она красная. И сделайте ее серой. И, друзья, я напоминаю, Влад сказал, что если будет 1 000 000 лайков на моем канале под этим видео, мы сделаем что-нибудь невероятное. А если наберется 1 000 000 Влада на канале под видео, то ничего не будет, потому что это обычное дело. Давай. Друзья, с вами был Егор Крид. Подписывайтесь и всем пока. Пока-пока. Слышь, пацан, или может не пацан, подпишись, не ленись на канал. Лайк поставь, если что, он выглядит, будто палец, который направлен вверх. Быстро подписался.